Приветствую, дорогой зритель. Малыша по имени Винсент в рамках рекламной кампании нарядили в умилительный смокинг, все ради того, чтобы щенок произвел впечатление на потенциального хозяина. Однако в приют Рискатом Фаундейшн в Боготе кандидат так и не приехал. Щенок упорно ждал встречи с возможным опекуном и даже прошел через фотосессию в своем очаровательном наряде. Но в назначенный день мужчина, который вызвался взять его к себе домой, так и не объявился. А уже через сутки позвонил, заявив, что поменял свое решение и в щенке не нуждается. Грустную историю Винсента опубликовали в соцсетях. Огласка позволила крошечному щенку быстро найти новых хозяев. Сейчас он живет в семье. За довольно короткий срок малыш успел стать настоящим лучшим другом для своего юного хозяина. Он и опубликовал новые фотографии Винсента в социальных сетях. Видно, как за небольшой срок щенок из грустного обитателя приюта превратился в радостного молодого пса. Пользователи, у которых вызвало умиление история Винсента, абсолютно очарованы тем, каким он вырос в окружении любви и заботы. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео выходят каждый день.